А вы знаете, какая существует невидимая причина всех болезней? Слышали? На Востоке говорят, во всем виноват позвоночник. Ученые давно установили, что по утрам мы чуть-чуть выше ростом, чем вечером, а в молодости чуть-чуть выше, чем в старости. В чем же причина? С возрастом мускулы человека становятся дряблыми, ткани не получают достаточного питания, вследствие чего хрящи и диски между позвоночниками разрушаются. Позвоночник якобы усыхает, поэтому люди к 60-70 годам становятся ниже ростом. Например, известный американский диетолог Поль Грег в своей книге «Здоровый позвоночник» писал следующее. «Мы цивилизация ленивых и неразумных людей. Мы едим безжизненную искусственную пищу, и подавляющее большинство из нас не спортсмены, а болельщики, которые наблюдают за теми, кто хочет быть здоровыми». Очень небольшой процент людей ведет такой образ жизни, при котором их позвоночник выполняет полный набор функций, предусмотренные природой. Ну, например, выдерживать нагрузки, когда человек бегает, прыгает, что-нибудь бросает, плавает или скачет на лошади. Большинство людей, наоборот, выполняют в течение всего дня весьма однообразное движение. Да и этих движений оказывается недостаточно. Хрящевые межпозвоночные диски, которые амортизируют наши движения, от недостатка нагрузки стареют, отвердевают, сплющиваются, и восстановительные процессы в них начинают замедляться. Что же происходит дальше? Если межпозвоночные диски потеряли упругость, они трутся и сдавливаются друг об друга, и это причиняет нам боль. Внутри позвоночника располагается спинной мозг, от которого отходят нервы ко всем органам нашего тела. Этих нервов 31 пара. 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковая. Они проходят через все отверстия, образуемые дугами позвонков. Когда расстояние между позвонками сокращается, межпозвоночные диски как бы расплющиваются. Позвоночник оседает и укорачивается, а нервы неизбежно сдавливаются. У нас обязательно что-нибудь начинает болеть. Если плохо обстоят дела в шейном отделе позвоночника, тогда у нас начинает болеть голова, возникают проблемы в грудном отделе. Если мы ощущаем, что у нас где-то происходит боль в поясничной или нижней части позвоночника, от этого начинают страдать все наши внутренние органы. Измучившись от боли, мы начинаем идти к врачу, одному, другому, третьему, потому что нам тяжело разобраться, что же у нас внутри болит. И каждый ставит нам свой диагноз, и у нас находятся тогда десятки болезней. А на самом деле во всем виноват позвоночник. Поэтому, понимая эту проблему, в наших центрах Monastic мы применяем лучшее специальное оборудование для того, чтобы вы научились ухаживать за своим позвоночником. Еще 15 лет назад я обратила внимание, что мои старшие дети страдали уже искривлением позвоночника, и мне казалось, что уже поздно что-либо менять. И старший из них подходил уже к подростковому периоду. И благодаря технологиям, которые мы применяем в Monastic Wellness центрах, мы смогли с мужем исправить ситуацию со здоровьем наших детей, а именно с состоянием позвоночника. И уже к подростковому периоду наши дети выровняли свои позвонки и могли спокойно заниматься спортом, развиваться и ощущать себя здоровыми и энергичными. После 40 лет я по-особенному начала следить за своим позвоночником, потому что поняла, что он напрямую влияет на общее мое состояние здоровья, на все органы и особенно на нервную, иммунную, кровеносную и лимфатические системы. Поэтому в нашей семье применять массаж на оборудовании Nuga Medical это стало уже традиция, культура и необходимость. И так как мы являемся основателями центра Monastic мини-санаторий у вашего дома, мы приняли решение, что в первую очередь мы хотим применить это оборудование и эти технологии для здоровья наших клиентов.
И за 30 минут аппаратного рефлексомассажа вы получите в первую очередь укрепление ваших мышц спины, растягивание позвоночника, освобождение защемленных нервов в позвоночнике, а также воздействие на биологически активные точки на спине. При воздействии на эти точки горячим вулканическим турманевым камнем происходит процесс восстановления разных органов и систем вашего организма. Но как я вас убедила в первую очередь обратить внимание на свой позвоночник? В следующем видео я продолжу эту тему. Итак, я с удовольствием делюсь с вами своими секретами здоровья, и в следующий раз я поделюсь следующим ключом для укрепления вашего здоровья и иммунитета. Я хочу пригласить вас в наш мини-санаторий у дома в Monastic Wellness Center и сделать вам подарок – диагностику позвоночника, сеанс в солевой комнате, 3 массажа по цене 1 за 190 гривен. И сюда входит аппаратный рефлексомассаж позвоночника, лимфодренаж, прессотерапия и рефлексомассаж стоп. Мы заботимся о вашем здоровье и безопасности, поэтому постоянно проводим температурный скрининг каждого сотрудника и клиента. Обрабатываем все поверхности центра и оборудование шумарским активным серебром. Проводим безопасное ультрафиолетовое кварцевание оборудования и кабинетов между сеансами. Для того, чтобы забрать подарок, нажмите ссылку, которая придет к вам в чат. Перейдите по ней и оставьте контакт. Наш специалист свяжется с вами для согласования удобного времени посещения. Будьте здоровы с Monastic Center! До встречи!